Так, пацаны, всем привет, с вами, как всегда, Антон. Сразу хочу вас поблагодарить всех тех, кто подписывается на мой телеграм-канал. Да, пацаны, у меня нет денег для того, чтобы там разыгрывать машины, деньги. Просто прошу вас туда подписаться, и многие это делают. Пацаны, огромное вам спасибо, я вижу вашу активность. Поэтому и в телеграме я тоже проявляю хоть какую-то активность. Так, у нас сегодня на обзоре новый боец, недавно добавленный в эту игру, это Билал Мухаммад. Билал Мухаммад, вот его перки, стойка. Ну, кстати, неплохая стойка. Я думал, что он прям чисто односторонний борец. Грэплинг. Ну, контроль, кстати, да не такой у него сильный грэплинг. Он, короче, больше универсал. Нихера себе у него кардио 96, пацаны. Это круто. Ну, многие бойцы могут позавидовать. Так, мы только не видим бойцов, как вы можете наблюдать. А, вот, все загрузилось. Также хочу сказать, что у нас с Денисом есть телеграм-бот, в котором мы продаем лучшие гайды по UFC 4. Не было еще ни единого херового комментария, отзыва. Поэтому всем вам советую, кто хочет быстро научиться играть, кто хочет понять механики игры, самые тяжелые такие, как, к примеру, тейкдауны. Какие-то, да, есть фишечки, которые используют топы, а новички этого не знают, и допереть самому тяжело. Так. Играем аккуратненько. У меня был небольшой перерывчик. Я был в Москве, как уже говорил. Но он типа думает, что я буду на него переть таким бойцом. Но переть-то на него я не хочу, правильно, у меня борец. Блин, у меня как будто голос садится. У меня жена приболела. Может, я приболел, хер его знает. Пока по состоянию не чувствую, но Диас очень больно бьет, блядь. Какие-то очень странные. Под корпус будет заходить. Какие-то очень странные размахайки у моего бойца. Но мы будем заходить под корпус. Как же он, блядь, сильно сбивает меня с этим прямым. Вы даже себе представить не можете. Это просто, блядь, дикая хуета. У Диаза прямой, что с третьей части, что в четвертой. Лежать, блядь. Как я не попал только что? Лежать, блядь, лежать. Нормальная у тебя коряга, брату. Ой, как хорошо, ой, как хорошо, а? Ой, как хорошо. Мимо, братан, мимо, мимо ты колотишь. Блин, я не хотел его валить, мне не нужно это делать. Диас опасный джитсер. Хорошо, я чуть-чуть бы сейчас и ударил. Ну, я не знаю. Как тебе такое, а? Уходим. Хорошо, проветривай там яйки свои. Пока что напрягаюсь. Я говорю, реально тяжело играть за этого бойца, за него нужно привыкнуть, у него своеобразная анимация. Диас просто долбит мне в лицо и все. Ну что ему еще делать? Он просто кайфует, гляньте, он мне всю лампочку разбил. И в конце концов мы можем погаснуть. Как ты заебал, блядь, со своей хуйней. На, блядь, вы издеваетесь. Ну вы издеваетесь, блядь. Блин, ну это какая-то жесть, реально. Чел просто вставляет прямые удары. Я работаю по этажам за борца. Смотрите, 31 сильный удар, он попал 16 из 49. То есть до такой степени у него ужасная меткость. Я не знаю, сколько у него стамины, но у меня голова разбита. Пацан, он просто вставляет прямой, блядь. Это просто хер... Так, нельзя такое слово говорить.
Друзья, если вы хотите узнать, какое слово я вырезал, переходите ко мне в телеграм-канал. Я там попытался объяснить, почему я пытаюсь отвыкнуть от этой херни. Короче, кретин. Этот чел кретин. Просто джеб прямой, джеб прямой. Ну за Диаса так и надо играть, но меня это калит. На. Принципиально хочется ему отбить корпус, реально. Ну делал же уклон, знал, что он будет делать. Хорошо, я хочу пробить ему корпус. Но он хочет просто, ну, покончить с моей персоной в октагоне путем сверления прямыми мне в голову. Я не знаю, сколько у него еще. Я не попал, блядь. Я не попал. Ну что за хуйня? Посмотрите, что он делает, блядь. Он своим пеструном выпендривается перед зрителями. Нахуй ты машешь, блядь? Боится за свой корпус, блин. Здесь просто стоим. Но он должен устать. Прикиньте, я ему бью по корпусу. Я ему позволяю промахиваться. Хотя он сам это желание изъявил. Вы представляете, сколько у него должно быть стамина сейчас? Ну я на грани, пацаны. Я почти на восьмом месяце беременности, вот как у женщин бывает. Но ему ничего не останется, кроме как, ну, сейчас просто уходить назад. Уходить в оборону. До свидания, бля. Спокойной ночи, Диазы, это называется позиция. Парень куранул моего кулака. И он ему, так скажем, не понравился. Мозг не вывозит такие моменты. Глянем. Бам. Я вообще уклоны делал не от вертушек. Как бы вы должны это понимать. Он бьет очень много прямых, и я пытался его до конца высушить. Но парень решил, типа, меня удивить. Вот, удивил он свою судьбу. Гляньте в конце, как он лег. Ну, неприятный типок. Ну, типа, понятное дело, если бы я играл бы на каком-то там любимом бойце на своем, то это было бы легко. Но когда ты играешь на бойце, которого ты еще никогда не брал, и честно вам скажу, что Билал Мухаммед, или как его там правильно, приятный боец. То есть он пока что оставляет приятное ощущение. Ничего такого, знаете, хренового я не заметил, чтобы как-то сказать, ой, я не хочу его брать. Вот, например, Хамзат Чимаев, да? Кстати, Хамзата Чимаева повысили. Можно будет сделать на него обзорчик. Хамзат Чимаев. Что он имеет? Он имеет хорошие статы, но он очень хреновый в управлении. Просто отвратительный. За него невозможно играть. За него никто не играет. Заметьте, он в лучших бойцах, но за него никто не играет. Вот Билал Мухат, ну, блин, неплохо так. На руках быстренький. Прикольно. Так, ну здесь пинг 188, 184, но надо брать, потому что другие пинги вообще дают там 220, иногда и дают средний вес, игра вообще может, грубо говоря, стать тебе задницей, вот, и может давать игроков только в среднем весе. Ну что, если этот поединок затянется, он будет крайним. Дальше хочу снять другой ролян. Пошел Фелдер махать. Ну блин, у нас типа борец, мы стоим в стойке, можно побороться вот с этим типом. Он боится почему-то.
Тейкдаун. Ну, тейкдаун сейчас упора сделаем. Вот и все. Просто, ну, идеальный тайминг. Ну, мы будем здесь поднимать голову. Просто бить его. Он будет так набивать грэплинг, будет его набивать. Мы будем потихонечку его избивать. Какой-то контроль сделаем. Перейдем в эту сторону. У меня есть, кстати, хороший прием, с помощью которого я могу фейковать. Очень странно, почему... А, там пинг 180. Это мы заблокировали. Здесь мы перешли. Ну, парень умеет играть, пацаны. То есть по его движениям, по всему остальному, парень умеет играть. Здесь мы ничего не делаем. Восстанавливаем стамину. И просто опускаемся сразу. Двигался он в тот раз в правую сторону, ну то есть в сторону закрытого гарда. Ух ты, он поднялся, охереть. Хайкик. Боится он пропускать тейкдауны. Это было перкот, пацаны. Это было перкот, но мы, к сожалению, на него не попали. Ну, блять, вы видите все сами. Ну, зачем что говорить? Что происходит? Что за хуйня творится в этом, блин, в этих лесах? Вы видите, что происходит? Он тоже промахивается в некоторых ситуациях, но это как? Блять, к челу просто подходишь, он 10 тысяч ударов наносит. Впустую, блять. Топ игрок. Ладно, хорошо. Ну, очень странный поединок, я такое ненавижу. То есть ты начинаешь тильтовать, у чела, блять, 10 ударов активных, ну, типа, крепких. И он меня нокаутировал, ну, в нокдаун отправил и оглушил. У меня 20 активных ударов. Я ничего не смог сделать. Я буду его просто заебывать, он так стамину будет тратить и все. Пусть у него стамина тратится, пацаны. У меня почти она не тратится. Вот и все, блядь, лежать нахуй, свинота ебаная. Блядь, с пингом, конечно, 180, мне и так шансов мало заблокировать. Бля, я хотел удары нанести. Outstanding ground and pound here. Somewhat of a lost art in MMA, at least in terms of making sure that every strike counts. Not an issue for him. He's making every single one. Я блокирую это, пацаны. Мы будем его сейчас тейкдаунами этими распугивать, чтобы он вот так вот удары наносил, чтобы мы когда подходили, он нервничал. Ведь он уже нервничает. Он уже нервничает, пацаны. Это по кайфу. Здесь просто смотрим за его рукой, за левой. Аккуратненько поднимемся. Потому что он захочет закрытый гард перейти. Здесь для него, ну, херовая позиция. Мы будем просто выравнивать осанку и бить. Нанес я очень много ударов, потратил стамину.
Здесь он попытается встать. Мы просто граундим, у нас выносливость 96 это не шутки. Также напрягаем его тейкдаунами, пробиваем голову. Он будет пропускать в нее. У нас есть бэквист. Это очень круто. Опасненько было для нашего подбородка. Но мы, короче, сейчас преследуем миссию. Ай-яй-яй, все, восстановим голову. Мы преследуем миссию разбить ему голову, потому что нижний этаж выбирать, как я вначале в самом сделал, ну, смысла никакого нет. Потому что я делаю тейкдауна. Он этого боится, видите, он уже кроет. И поэтому в корпус попадать будет тяжело. А в голову попадать будет легко. Да, короткие руки, может быть, для этого веса у моего бойца. Тот же самый Фелдер, да, легковес намного выше. Но этот раунд тоже хороший от нас. Как обычно, 50%, чувак этот вообще не попадает. Он и ударов меньше наносит. Ну, мы граундим его, не спорю. Это все-таки заслуга Партера. Он наугад блокировал только что, поэтому тейкдаун выглядел именно так. Просто падаем. Будем здесь его раздергивать. Поднимемся вверх, опустимся вниз. Elbows landing in bunches. Now you gotta cover up. Ground and pound strike. Опустимся. Ну, будем вот так вот колдырить его, раздражать. Чтоб когда он вставал, он прям жутко хотел ставить нижний блок. Единственное, что нужно поменять позицию, да, на более благоприятную. Я такого никогда не видел. Реально, я такого ни разу не видел, пацаны. Хорошо. Ну, здесь он меня никак не перекинет. Шансов на это не было. Бля, ну это просто издевательство. Здесь мы тоже его не боимся. Вот он боится. Блин, как у нас мало здоровья головы. Это просто жесть. Интересно, у нас есть локти? Есть локти. Ну, ему тоже больно становится. Бля, я не знаю, почему я заведен от этого типа. Может быть, из-за того, что он, типа, вот этот блок, блядь, меняет постоянно. Ну, блядь, нету Грок. Ну, нет ничего. Ну, что вы, ёбнутые? Алло. Ой, блядь. Опять я попадаю. Посмотрите, он, ну, ладно, он в этом раунде 50% нанес по мне попаданий. Ну, просто какая-то дичь. Реально, просто какая-то дичь. We have arrived at the fourth round fight scheduled for five-minute rounds. Oh, and he connects there. His hands look good to him. So fast. I mean, this guy has tremendous hand speed.
Я его бью иногда по в голову, когда он бьет меня по корпусу, без стамина. Поэтому у меня нету мощности. Я выбрал такую тактику, типа уже тыкать его в лицо. Будем его мучить. Бля, я отпустил блок. У нас есть отсюда и Кимура, и обратный треугольник. Вообще кайф. У него стамины мало, у меня стамины много. Попробуем сюда перейти. Блять, я смотрел сейчас вообще на запись. В пин 180, сука. Я всю жизнь, блять, об этом забываю. Ну, то есть, я наугад пытаюсь, да, там одно действие он будет делать в любом случае. Но оно не срабатывает, типа, у меня наугад. Oh, he's got that right hand going tonight, DC. Connected with it there. He's thrown so many left jabs to throw that right punch straight down the pipe. It's unreal. Wow. Oh, nice double leg, yes. Я не знаю даже, кто выигрывает. Bottom fighter trying to control posture, unable to do so. And now he's in a lot of danger. He's got to grab that. Даже он может выигрывать. Going to get blasted. Lands the grounded pound strike here. Ну, стамины уже не так много осталось у меня. Бля, как тяжело ползунок двигается на пинге 180, пацаны. Вы даже себе представить не можете. Не-не-не-не-не-не-не. He's just trying to move out of this position off the bottom. The Kimura's not the only. Надо было рычаг локтя делать, пацаны, я затупил. Надо было рычаг локтя делать. Я затупил. But now DC trying to isolate an arm. Yep, he's using the Kimura. Я затупил. Рычаг локтя, и мы бы выиграли. Ну, типа, я сделал гугуплату, но кружок двигается очень тяжело. То есть у тебя нету контроля на пинге таком. Ну, видите, подтупил. Ничего, бывает. Я не знаю, кто выиграет по решению, но я сделаю тейкдаун сейчас. Such a sneaky head kick. Did not recognize it. Coming high, and now he's got him hurt bad. All right, well, the strike lands there, so he did hit the desired target, but it almost looked like slow motion to me. Yeah, he's moving in slow motion. He's throwing up. Oh, there you go. Я его просто замучаю, пацаны. Felder's lower jaw is extremely swollen now. Well, you got to stay busy on the bottom. He's doing it here. Nice punch. Кстати, у меня очень много приемов у этого бойца. Это прикольно. Но это решение, конечно, доходить не самое интересное. Поэтому давайте встанем. У парня нет выносливости. Или есть? Есть у него выносливость. Вот теперь у него не то что выносливости нет, у него нет органов для жизнеобеспечения. Апперкотик вынес парнягу. Ничего, прикольно.
Мучили пацана, решил он в конце концов. Но у нас полный корпус, я не знаю, куда он лез, конечно. С его силами по корпусу бить. На что он надеялся, хрен его знает. Но нокаут произошел жуткий. У меня полчасика есть. Сейчас я посмотрю, кто выиграл по решению. На этом, наверное, все, да, пацаны. Как обычно, хочу пожелать вам и вашей семье крепчайшего здоровья. Мы выигрывали по решению, так что все было хорошо. Вот. Один раунд он забрал. Или два. Короче, неважно, я выиграл. Давайте, пацаны, всех люблю. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылку в описании.